вы цените свой бизнес. Вы ищете выгодные решения. Вы выбираете правильные пути. Центр восстановления компонентов – реальная возможность качественного восстановления вашей техники. Крупнейший в СНГ, не имеющий аналогов в Казахстане, центр полностью соответствует всем международным стандартам безопасности, качества и чистоты. Процесс восстановления компонента начинается с диагностики. Для этих целей на территории центра функционирует SOS-лаборатория, где проводят анализ отработанных проб масел. При этом тестируемая техника продолжает работать на вашем объекте. Множество тестов позволяют комплексно оценить степень деградации масла и уровень износа узлов машины. Результаты анализов вы получаете по электронной почте, а также можете ознакомиться с ним на официальном сайте компании. В день обрабатывают более 100 проб масел, из них в среднем 4 пробы говорят о необходимости проведения ремонтных работ. С момента поступления компонента в цех он проходит структурированные и четко налаженные стадии восстановления, за которыми вы можете наблюдать посредством специально установленных веб-камер. Центр располагает полностью укомплектованными 28 рабочими зонами, а также специальными комнатами для тестирования восстановленного оборудования. Первоначально компонент проходит несколько этапов очистки. Это предварительная мойка с помощью моечного аппарата высокого давления. Далее в специально отведенной зоне осуществляется разборка компонента. Детальная мойка с химическими реагентами при температуре около 80 градусов. Все это обеспечивает полное удаление всевозможных загрязнений с целью продления срока службы вашей техники. После чистки детали компонента проходят тщательный анализ на предмет наличия дефектов. Высококвалифицированные специалисты с помощью специальных приборов осуществляют замеры допуска на их повторное использование. На основании полученной информации составляется дефектная ведомость. Детали, непригодные для дальнейшего использования, заменяют на новые. На территории центра расположен крупнейший склад запасных частей компании «Барусан Макина Казахстан». На сегодняшний день здесь хранится более 9000 наименований с возможностью увеличения ассортимента до 15 тысяч. Четко налаженная система поставки обеспечивает постоянное наличие запасных частей и позволяет значительно сокращать сроки восстановления компонента. Наиболее ответственным этапом восстановления является сборка компонента. Для абсолютной точности выполняемых работ осуществляют калибровку измерительных инструментов и контрольный замер всех запасных частей. Сборка компонента состоит из нескольких уровней, на каждом из которых производят замеры допуска согласно стандартам завода-изготовителя. Завершающим этапом восстановления является тестирование компонента. Центр располагает необходимыми стендами для тестирования двигателей, гидравлического оборудования, топливных насосов и гидроцилиндров. Здесь восстановленный компонент подключают к реальным нагрузкам для определения рабочих мощностей. После этого осуществляется его покраска и упаковка. Ваш компонент восстановлен и готов к новой жизни. Восстановление деталей и узлов машины – это выгодная альтернатива покупке нового и реальная экономия вашего капитала. Безопасность, инновационные технологии, постоянный контроль чистоты рабочего места, налаженная система поставки запасных частей, структурированный процесс работы, центр восстановления компонентов – надежная основа для вашего бизнеса.